Водитель разбившегося в Забайкалье автобуса не спал за рулем. За минуту до трагедии он поддерживал общую беседу. Об этом свидетельствуют пассажиры, которые сидели с ним рядом. Ранее выдвигалась версия, что причиной смертельного ДТП могло стать то, что шофер уснул. Сам водитель от полученных травм скончался в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, но мужчина умер, не приходя в сознание. Всего жертвами аварии в Забайкальском крае стали 14 человек. Еще 33 находятся в больницах региона. По словам врачей, те, кто был доставлен в состоянии средней тяжести, постепенно идут на поправку. Есть положительная динамика. Пациенты, которые остаются в реанимации, стабильны. Медики от ухудшений не отмечают. Напомню, жуткое ДТП в Забайкалье произошло в ночь на понедельник. Автобус с паломниками упал с насыпи высотой 30 метров. В этот момент в автобусе находился 51 человек. Паломники возвращались в Читу из села Урлук, где находится обитель преподобного Варлаама Пустынника. ДТП случилось на сложном участке, который местные называют «Тещин язык». Там высокая насыпь и нет ограждения. Следователи возбудили уголовное дело. На предмет халатности проверят работников компании, которая обслуживает дорогу.